Возвращение во власть Роберта Кочаряна как одного из зачинщиков Нагорно-Карабахского конфликта и идеолога современного армянского национализма станет для Армении дорогой к новой войне с Азербайджаном. Как передает канал 13 со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом заявил российский политолог Олег Кузнецов, комментируя недавнее интервью Кочаряна Владимиру Познеру. По словам Кузнецова, при всей популярности идей Кочаряна среди националистически настроенной части граждан Армении к власти ему вряд ли удастся прийти. Это абсолютно отыгранное лицо, у которого нет никаких перспектив. Вся его медийная составляющая, включая интервью Познеру, объясняется тем, что его финансирует та часть российской диаспоры, что организованно поддерживает политику Армении с начала 90-х годов прошлого века, сказал эксперт. Что касается заявления Кочаряна о том, что при нынешнем состоянии Армении и армянской армии трезвомыслящие люди не могут думать о реванше, Кузнецов ожидает, что Ереван и без прихода к власти Кочаряна не откажется от реваншистских идей. «Я думаю, что подготовка к очередной войне в долгосрочной перспективе будет элементом государственной политики Армении после разгрома ее армии Азербайджаном осенью прошлого года», заключил российский эксперт.